Димаш Кудайберген после съемок нового клипа в Исландии прилетел в Китай и уже из Пекина порадовал своих поклонников приятной новостью, что Игорь Крутой тоже трудится и записывает новую песню. Димаш так и написал на своей странице в Инстаграм: «Пока я нахожусь в Пекине, Игорь Яковлевич и невероятная Анастасия Мухина записывают хор на новую песню. Скоро премьера!» Снова интрига, снова загадка. Конечно, видео без звука, но все равно приятно знать, что Димаш опять готовит нам сюрприз. Возможно, это произойдет на новой волне 2019. Пока неизвестно ни название песни, ни слов, ни даже о чем она. В общем, новая игра «Угадай мелодию». Возможно, наш любимец настолько устал, что от всех этих переездов и записей своих песен, что даже впервые отключил комментарий к этому посту. Хотя за час эту информацию уже просмотрели более 30 тысяч раз. В последнее время наш космический парень много раз удивлял своих дерз, но поездками на край света, в солнечную Исландию, то показывает секретные первые кадры своего клипа на песню «Знай», то радует своим появлением китайских дерз в ответ на их теплый прием, подарки и песню в его честь. Димаш ответил и воздушным поцелуем, и оригинальной шуткой пантомимой с рукой, якобы утаскивающей его за собой. Фанаты от восторга аж завизжали от неожиданности, ведь это было сделано именно для них. Такой простой подарок, который навечно останется у них на видео. В тот момент рассмеялись все, даже живые золотые статуи. Двое мальчиков. А вот сегодня еще и появилось видео, где Кудайберген якобы уже прилетел домой. Правда, эта новость мгновенно скопировалась по всем фан-клубам Димаша, но и нигде не подтвердилось, что он именно так инкогнито прибыл домой. Ну что же, пожелаем нашему космическому парню хорошего старта новой песни, а нам еще больше новых видео о Димаше. А всем вам большой рахмет! Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья!